Во время отдыха бывают дни, когда хочется конкретно релакса. А в этот раз, отдыхая возле бассейна, решила слегка потренироваться. Ну что, пошли вместе? Либо я потренируюсь, а вы просмотрите. Стартуем тренировку с йогической асаны для обеих ног. Вообще йогические асаны способны давать как правильный вход, так и правильный выход с тренировки. В качестве разминки либо заминки. Переходим в планку, короткий вариант. Планка – это сила слова. Далее делаем отжимания. Отжимания, к примеру, режим дня. Переходим в планку с прямыми руками. В планку с локтями. Фиксируем. Далее в прямой планке добавляем ноги. Вообще планка, разновидности планки, мощное упражнение, которое способно прокачать целое тело. Кстати, миксовать упражнение фитнеса с растяжкой может быть полезным. В качестве завершения тренировки присед с фиксацией. Проделывая такую тренировку во время отдыха, даже предполагаю, удивите публику, а кого-то, быть может, вдохновите. Честно говоря, такие моменты отдыха, релакса после тренировки обожаю. Кстати, переходи, подписывайся, жми колокольчик, чтобы быть в курсе новостей.